пригодится. Да. Самое главное, яйца мы побились, все хорошо. Кого так штормит? С нами летят две пачки. Хо-хо, какие две? Там больше летят? Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Чувствую, сейчас в лобби пойдем. Я готов. Я не ты. Дробовик. Я не готов. СКС-ка это... Что это? Я только патрона нашел. Ничего нет. Только он успел сбить. Вот поиграли. Убивает фазу. Два. Крыса, блять. Может, испугался. О, опять выйдет. А нет, не выйдет. Я уже думал по их заходить. Вы чё там померли все? Кто давал команду умирать, еще скажи. Да блять, помогай, сзади, третий, Руслан. Сейчас, вот он на крыше. Я его сбил, один на крыше остался, последний. Но там не только один остался, там еще несколько. Да, надо же поднять своих еще. Ты че, с ними позарял, чтобы позвал их на ПРР? What is the name? What is the name? What... На рейндж. Прыгайте. Ну че, на фарендж ли ты? А, там какой-то ребенок у них играет. Взрослый и еще кто-то. Угу. Че, один только прыгнул? Давно летит один. Я что-то только одного. Один только прыгнул. Да, передо мной. Нет, там он... второй. Еще второй. Да, не-не-не, есть. Ну и че я? Готов. По-моему, это тот же самый, каленый. Потому что я смотрю, тот же самый ник. Я бегу к тебе. Блядь. Хилится. Хорошо. Ой, ебать. Здорово. Здесь двое, трое. О, неужели? Четверо, трое. Минимум. Минимум трое. Ну, заеди, молодцы. Давай, хотя бы. Блин, их слишком много, они с разных сторон. Аккуратнее, ребят. Надо хотя бы своих нам спасти. Оп, все. Одному лучше не идти или хотя бы в замкнутое пространство. Там дробашист. Да? Да, там дробашист, не заходи. Там огненный. Ладно, тогда я просто взломаю их. Блин, они это опять те же самые, что ли? Меня добил. Он перезаряжается. Он уходит внутрь, вовнутрь. Меня добивает. Меня гранаты добивают. Хиль меня. Ну погоди, может он сейчас откроет и мне как прилетит сейчас. Ну да, я согласен. Похуй, зато будет как интересно. Ну он это, он своих пошел поднимать. Я убил его, короче, знаешь где? Смотри на эту, на карту. Вот здесь вот я убил одного. На карту посмотри. Да я смотрю на карту. На метке я там одного. Ну, в принципе, там туда сейчас, наверное, кто-то побежит. А вот здесь вот они были. Дух. Его тиммейты. А, давай подбирай оружие. Чё, близко не подходи к нему. А если у меня дробовик есть, мне тоже не подходи. Так, не сидеть дух. Так, где он? Он прыгает часто.
Надо его еще взломать. Здесь он, здесь он, здесь он, здесь он. Сейчас взломаю. Все, класс не будет использовать свой. Ограничу действий. Он вот здесь. В туалете, значит, вот тут за дверью. Ну, зажимай. А, не, это бот. Бочек. Это бот. А вот бот? Он... А вот он где, я не знаю, но он где-то сидит, потому что я его взломал. Где-то он сидит. Да-да, он. Он там, скорее всего. С нами трое. Да, вот да, он, да. Вот он, вот он, вот он, вот он. Да, его он спалился на боте. Он бегает вверх. Он убежит так. Все равно. Ну он в любом... О, фига, у меня ХБР какой. Прикольно. У меня какой-то легендарный ХБР. Прикольно. О, они все туда прыгают. Здесь кто-то есть. О, нифига, он троих вызвал. Да? Я кинул туда дымовуху. Дымовуху кинул, да. У меня 11 патронов на дробовике, я думаю, не получится у меня их забрать. Тихо, 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 тихо. Тихо, 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 тихо. А, блин, он еще и этот. А, он типа вызвал так, что... О! Вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь. Я должен это сделать. Блин, я хочу сделать это, сука. Стой, 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 добей, стой, стой. Добей, добей, да, стой, 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 вот этого добей. Хочется по-особому добить. Ладно. Да, блядь, он убегает. Ладно. В какой-то веке захотелось. О, бля, он возвращается на машине, на машине, на машине, я не успел сесть. Да. Я сам не успел. Сядьте кто-нибудь ему в машину. Бля. Он всех забрал, короче. Снова возвращается. А где, блядь, регистрация ебучая? Он последнего забрал, да, значит? Угу. Уродец. Ладно, надо идти лутаться, чем мы тут вообще без ничего. Либо душить его, пока он один, душить его идти. Да, ну идите душите, только а я пойду узнать, куда он ушел. Бы, потому что если другой склад появится, я ничего им вообще не сделаю. Надо залутаться. Так же. Но я вот ботинка залутал. Слева от нас машина. Вон машина у меня какая-то слева есть. Слева от нас. А, все, все, вижу, вижу, вижу. Едет, едет, едет обратно. По нему вообще регистрации нет. Ни одной. Не, идет, идет. Он дымится. И... Там кто-то преследует их. Я подорвал его. Это, конечно, хорошо, но... Это поджигатель был, если что. Все, у меня вообще ничего нету. Он каленый. Догоняй его. С чем мне его догнать? У меня ноль патронов. Ноль а патронов! Тебя, а что у тебя? А дроп, подожди, подожди, а что у тебя? Тяжелая, тяжелая, легкие? Дроп, давай тяжелый. Тебе легкие тебе дам какие-нибудь. У меня перков вообще нету. Пойду залутаюсь. А потом пойду. Ракет нету, тяжелых нету, оружие подобрал какое-то хорошее вроде. Да вон есть, вон там красный есть. Там нет самонаводяшки, ладно, есть, бежу. Зайн надо говорить, чтобы появлялось. У нас вертушка еще. Ай, по мне кто-то. Давай, взрывай, взрывай, взрывай. Они вышли, вот здесь, там команда. Команда, команда. Сейчас, сейчас. Катается. Вот вон, прям по центру. Я не смогу, у меня две ППшки пока. Этого убил. Оп, все, убил. Снайпер на крыше был. Да ёб твою налево. А, я думал лимбо. А мне двое. Я уже убежал давным-давно. На мне четверо. Прям именно на мне. За ручку ходят. Пошел. Не доехал. Уходи, уходи, уходи. Сюда там. Да, разобрали.
ты. В бою 15. Кто увидит, найдите сразу же, отметьте, если не сложно. Хорошо. Артём, у тебя что, заказ так же, тебе 25? Нет, почему? ХБР. Чё, уже нашли? Ого. Спасибо. Почему ХБР есть? Уже. А так ракеты в основном. Бегу. ДХВК. Артём, тип 25, это в подвале. Не, у меня уже есть баюшка, все, спасибо. Блин, экит не был. А где был бот, которого ты убил? Лимбо. Сейчас скажу. Он был... Сейчас скажу, где... Вот, вот короче, вот там. Вот там был. Вот там и вот здесь. Сейчас еще раз метку сделаю. Да ёб твою, я скинул. Знаешь, где? Ну, тут. Вот там. Здесь, вот здесь бота убивали. Да, вот тут. А-а-а. Тебе далеко бежать, там я и снайперки попал. Да какая разница, мне все равно бежать за ним нужно. У них ракет много валяется. А ты джевелин нашел? Да. Я даже ее сегодня не нашел, я все равно ищу ракеты. Пойду улучшалку открою. Смотри, чтоб слева не поехала машина с фабрики. Там человек на этой улучшалке, люди. Да, на улучшение. Блин, один готов. Убил? А, да. Походу убил. А еще где? Где еще? Один? Фух. Где еще? Ракет не было. Жалко. Все, нету его. Не, а еще? Не, только добегает, смотрю, а я открыл. Да все. Не, он же лежал. Где-то еще один. Нет? Нет, их двое было. Машина. Почему? Одна? Один? Так. Бля, он забрал его. Вот этого будет забирать. Бля. Уехал? А, он? Нет.
А он одного только забрал? Тут, да, одного забрал. Тут это, этот, горизонт золотой. На, гранаты тут готовились. Так, оп. Ну, он там остановился. Ага, ну-ка. Ну блин, он оттуда приедет. Собака не тебе, говорит Лимбо, если что. Надо отвечать. Я стреляю с двух сторон. Один на фиолетовом ящике, второй на зеленом. Ага. А фиолетовый двигается. Нихера ты далеко. Две тимы. Как у... Белки? Да, ну я тут... Я так далеко не вижу. Я тут как бы на разведке. Я тут на разведке. Ну что, он будет к нему ехать или нет? Не знаю, но он до сих пор не едет. До машины докину. До машины докину одно. Ну и вертолеты есть. Два вертолета как минимум. Я тебе говорю. Он едет, едет, едет обратно. Все-таки едет. А, все, все. Сука. Вот пидорас, а. Давай, забирай. Взорви его, Артем, взрывай его. Я не знаю, взорви его. Да, погоди, он не... На двух машинах. А, он ждет нас. О, хорош. Я в него еще парочку раз попал. Поехали, 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 поехали. Да я уже на мотоцикле доеду. Да я вот втором. Кнопка не срабатывает. Сесть. Так, будет вертолет справа. Давай. Будет глянуть. Давай, выгляни. Посмотри. Ну, нам в другую сторону зону. Они к нам придут. Забей. Ну, я их собью. На это поедет. Квадрик ты поедет. Квадрик, если хочешь, поехать. О, мотоцикл. Надо это сесть. Не, мотоцикл хуйня. Во, вертик, вертик, слева, слева, справа. Слева, слева и справа, слева и справа. Вертушки. Господи, видно, в дерево надо было попасть. Да, можно было оттуда. А, он сел. Они оба сели. Да, он сел. Надо еще раз. Они оба сели. Они два вертолета забрали или что, бля, я не пойму. Там вертолет сел. О, меня смотрят. А, машина. Ни хрена себе пнул. Ну тут два челика. На снайпера. Нифига. Чё за херь, у меня подсосали прям. Жесть. У меня тут зеленый есть. И на снайпера есть дальность фиолетовая. Давай, давай, бей. Я тут отстреливаюсь. Снайпер, снайпер. Мне показалось, или вот там кто-то был? Ну, я кого-то взломал, так что там возможно. Я проеду. Ой-ой-ой-ой-ой. Да-да-да. Я тупо проеду. Там лучше не проезжать вообще на тачке. Хогер здесь есть. Я же говорю, там кто-то есть. Вон есть. На мосту, на моста. Челик. Там Avenger? Нет, не Avenger. Фух. Да кто это, кто там стреляет? А я не вижу. Не, здесь. Киньте метку, кто стреляет, где? А, наверное, не видно. На крыше, на крыше, на крыше двое, на крыше, смотрите, вот здесь. Вот здесь, на крыше. Блин, там кто-то ехал на нас и уже хотел, видимо, взорвать тачку. Он винит. Блять, пидас, да?
Ого-хо-хо-хо-хо. Они со всех сторон, смотрите, вот здесь один раз, смотрите, и вот здесь двое. Бля, меня попали. Да вот, ебать, нахуй. Все с дырой тогда давайте, просто давайте отойдем, раз мы не можем с ними ничего делать. Да-да-да-да-да-да. Киньте дымовухи на четвертого. Давай, ебать, не ебать. Я здесь ничего не могу. Где-то надо мной. Просто отойти. Где-то надо мной. Да сейчас, надо мной. Сейчас. Ебать. Хильц, я понял я тебя, я понял. Но он с другой стороны ебнул меня. С другой стороны. Просто забираем жетон. Все, да. Жетон забрали. Я спасу, я спасу. Надо просто отойти. Не надо, тут надо... Давай, вот стоп, я к ним завтра попробую полететь. Давайте отойдем. За розовыми сходим. Да. Вон там есть один. Вон они. Они по вам хуярят, ну. Хуяся, с двух сторон по вам хуярят. Да, они там вообще совсем, да. Там пуля полетает мимо, поэтому кажется, что с двух сторон. Вот здесь. Все, я тачку нашел, давайте сядем. О, нифига, у меня там. А куда мне лететь? А вон там розовый где-то есть. Тебе. Хорош. Развесение. Вот сюда лечу, да. Всё? Вот сюда лечу. Да, блин, давай быстрее, Лимбо, садись. Не усадишь за руль. Я попал в него. Молодец. Да я сажусь. Нет, уже пришел тот, кто сейчас будет спереди. Всё, выходим. Тихо. Уже да, блядь, пришел, кто меня там стреляет, нахер? Так, надо взломать. Долго мы отходили. Взломай, пожалуйста, их. Не, сноуборд. А, там снайпер еще. Блин, надо между зданиями стоять. Вон, снайпер, а там. Не отметил. А, на крыше стоит. Так. Оп. А, блин. Нифига. Сука, фига он мне попал. Как он так быстро? В смысле, откуда? А где МАК-10? Не, я внутри, он пробил сквозь стену. А как тут-то? Залетал когда? Нет, ты залетал вовнутрь, и он чисто попал по траектории. Да вот так. Просто на языку. Еще раз ломаю их четырех. Надо тогда сюда перейти. Так, надо отходить. Давайте отойдем. Зона идет. Блин, вот там на крыше был один. Зона идет. А, надо в зону идти еще. Да, забей. Ну я просто такой. Да, бля, нихера он. Я сзади вас. Блин, он, короче, знаете там... где? Он, короче, вот здесь. Я говорю, бля, у тебя есть 3 секунды, чтобы меня поднять. На, короче, гранату раз, гранату два. Еще с той стороны, что ли, подходит? Ой-ой-ой-ой. Блядь, пидоразы, тут двое, он не один. Надо просто встать сюда. Сейчас. Он не один, я одного нокнул. Да, я тоже одного нокнул, я тоже одного убил за да, вот одной, этой вот железной стеной. Он хилится, сука. Ай, кулак, давай! А, я кому говорю? Да блин, ну тут... Пытайся, не пытайся. А их тут трое, он один нокнутого поднимает. На. Соответственно, нокнутый не дойдет. Тут лучше зона, потому что хуярит. Двое как минимум бегут. А он сбегал. Да, блин, ты зачем сказал, что у него мифическая ДЛ-ка?
Спасибо. Не, я нашел этот, ага, мне уже дали дробовик. Блин, осталось только найти красный ящик, гранилу там или что-нибудь самодержку. Я не знаю, почему мы так долго шли, что было сложного взять и такой резко назад на 6 часов. Побежать за машиной, которую я уже нашел. В прошлой игре-то? В прошлой игре. Так, Что сложного было просто, когда мы уже все втроем стоим, взять, развернуться назад, бежать, когда я уже машину нашел нам. Руслана подобрал, а ты нет, мы будем отстреливаться, я попал в одного. Я не знаю, зачем. Урон больше ему сделал. В статистике. Артём на джире нашел. Да. Артём отметил. Да никуда не пропал, я пишу. Вылетел, он, похоже, вылетел. Ага, вылетел. А, он пишет? Вылетел, пишу. Вылетел, пишу, и пишу, что вылетел, а? Угу. Окей. Пепси-кола. Она убивает. Вот это антиреклама, конечно. Пепси-кола? Да, там пепси-кола. Стрелки убивает. Вон. Ну да, видел, видел. У нас тачка, ребят. Да, тачка. Ага. Целых 4 человека на ней. Разведчик, видимо. А этот? Как его там? Кадр проехал. Ваше любимое слово какое? Где он? Не летающий мотоцикл, а вибра. Где он? Так, он уехал уже. Нет его. Но обещал вернуться. Да, уехал. Вон же. Вот этого челика надо найти. Ну, легендарный дробовик. Кого? А, он. С дробовиком. Да. Надо его найти. ТСК. Желательно живым найти. Да, вертолет. Сейчас. А, они сели уже. Или кого-то подбирают там. Нет, сели. Там снайпер. В окне снайпер стоит. Блин, я ничего не сделал, пока это. Там еще один вертолет. У меня снайперки нету. У меня тоже нету.
А, ну тогда отходим, все, чем мы с ними бодаемся. А чё, никто, ни у кого нету дымовых, чтобы нету. Сократить дистанцию? Вообще нету. Есть две. Чё, на вас? Не-не-не, закидай линейно кидай. А чтоб снайпер не видел. Надо ему обзор закрыть. Нет, снайпер, нет. Сокращаем дистанцию все вместе. Надо просто гранату ему еще кинуть обычную. У меня пулемет. Сокращай, я там нокнул снайпера. Все, сокращайте дистанцию. Я иду, сокращаю. Так, минус ревенджер. Сзади иду к ним нахуй. Так, один. Один. Все-таки сбил. Как его заел, по-моему? А, он. Еще один. Есть. Все, нокнул. Ну тут еще один. Нокнул. Еще минус. Все. Били? Били? Можно поднимать. Да, поднимайте. Я тут просто поваляюсь. Так, вертушку возьмем потом. Я врачу лайк просто поставлю, что он хилил не того, кто лежит, а... Давай, садись, сейчас Артем отпадет. Главное хилить. Ребята, я с вами. Все, полетели. Беги. О, все, я сейчас упаду. Снимай птичку. Главное, сколько у тебя? Того, кто... Я тундры. Один хп, все, я упал. Сколько? Все, ну, я упал. Правильно. Надо хилить тех, кто еще живой. Да, и кто еще живой, никто упал. А чем мы так рано? Я думаю, смотри, на а это, то он на мне сейчас дизлайк поставит. На это хуй. Да, там надо дизлайк огромный вот. Ставить таким медикам. Даша бы мне там точно челик. Поставил дизлайк. Вон там челик. Алло, ребят, понял. Он на эту хуйню взял. Смотри. Ушел, да. Короче. Если да. Увидите, что... Бля, надо медик. Чел уже умер. Виктор, надо медик. Где он? Кого убивают? Я вообще души не ебу. Я душу их. Да. Снайпер в здании, снайпер в здании. Все. Куб поставил. Где? Ревенджер там же стоит. Сзади кто-то есть. Ревенджер там же стоит. Такую метку еще раз делаете где? Я в души не ебу. А, да, все, понял, все понял, понял. Бегу. Понял. Да, маухи, пошли. Я буду сторожить его труп, нахуй, вот этого хуй, блядь. Здесь где-то, шкерец. Скорее всего, ко мне придет. Вон он! Блин, вслепую, но попал. Да. Вот. Я тоже попал по этим пару раз. Да, я что-то налегке его убрал, он что-то совсем легкий был. Лох какой-то был. От одной пули умер. Одна пулька зарешала, да? Да. Так, взрываем то. Еще сзади нас. Так, ты шмаляйся, я не курю. Пойдем в зону уже, зону. Забей нахуй. Машина. У нас забей машина. На этого бота, пойдем в дом. Их машина. Где у нас этот? Ракета носит. А, он уехал. Он лутает. На квадрике уехал. Куда-то туда уехал. Поехали, кто там? Рядом, поехали. Так ты куда так быстро? Так ты забери лучше вон второго. Артема забери. Да, я второго тоже заберу. Поехали. Уебать, где ты? А, вот, все. У меня ты улетел. Пробую. Где ты улетел, нахуй, вообще, из гипня. Я тэпнулся сразу. Вел, как повезло. Нет, чтоб меня подтолкнуть. Ну, ладно. А, ну давай подтолкнем, какой гыр-гыр, нахуй.
Давай, садись нахуй. Все, поехали. Как-то это двухсмысленно звучало, конечно. Ну нахуя, сами сели бы нахуй сюда. Вот еще чели, о, машина есть. Ну челика нет там. Не, а лучше пешочком пойдем. Поеду на разведку нахуй. Попробую. Ящик с коммуникацией. Надо было ящик вот здесь, вот здесь вот, смотри, вот, вот на моем этом. Ага. Да-да-да, видим. Да-да-да-да, попробуем забрать его. Давид какой-то играет. Има. А я взял. Хорошо. А чё, полностью залутали его? Нет. Нет. А, нет, не полностью. Вот телек, вот здесь. Справа от нас. На. Я убил его. Какой опасный челик. Парни, простите меня. Да я не пойму просто, это челик или нет. Вон челик. Просто. Ну я на автомате сказал, что это челик. Вон там внизу челик у меня, далеко. Я не могу достать. Ага. Там еще один затан. Челики в зоне. Сможешь прыгнуть? Артём, прыгай. Артём, сзади тебя. Ну давай, блядь. Ты меня сейчас так заруинил. Я от них отхожу, да? А ты в меня стреляешь. Точнее, ты меня сбиваешь. За танком, нахуй. Да, я туда и стрелял. Попал. За танком белым. Ох, блядь, жаль, 12. Здесь один в белом костюме остался. Ага. Все нормально. Бля, поднимите меня. Все. А, я вижу его. Поднимите, он вот здесь. Бля, надо было. Давайте, где вы? Их двое, нахуй. А, ну все. Он за деревом на 170. За деревом. Артём, сделай метку им. Все. А, что за нахуй, блядь? Патронами ебну. А ты, Артём, в какой сфере трудишься? Рекламная компания. Вот заходишь ты в банк, видишь, там есть стекло. Работаем до такого-то времени. Или реклама на стекле. Или вот эта вывеска там. Продукты. На пластик. Вот это. На мель летят. Две пачки с нами летят. Даже три. Может быть, в другую сторону пойдем? Да, поворот. Сделаем этот домик. Усадьба. Они там скрытые ники ебашат между собой. Там скрытые ники только летают. Там всех кто умывает. А, тут вообще оружия нет. Я же заметил, что в какой дом я не прилечу, в нем всегда пусто. Чтобы на полу что-то валялось. Не знаю, я байк нашел. Так, на усадьбу. Пойдем на усадьбу. Не, завтра в ночь. Ну, как? Сегодня в день, сегодня завтра в ночь. Завод. А, так у нас этот непрерывный завод у нас постоянно я работает. Четыре смены. Завод никогда не закрывается. Там дневная, ночная. И все работают два, большая часть работает 2 часа.
Ну, в нашем случае день ночь 48. День. То есть я в день, ночь, и потом с ночи я когда прихожу, это получается отцепной. Ну да, отцепной. И потом выходной. Ну да, у меня также. Выходной. Это 2 на 2. Режим. 2 на 2? Ну, 2, дробь 2. Типа 2 рабочих, 2 отдыха. Ну, я так же раньше. На как его по производству тканей и нити из полипропилена. Он такой же режим. Проверял. Здесь ХВК, если на... его. Проверял на качество, нет, спасибо. Так, на качество нити. Проверку делал. То есть ты ОТК был? Что? ОТК, отдел технического контроля. Ну, у нас не так было. Ну да, получается. Мастер снайперских винтовок, если надо, нет? Голдовый. Нет. Он на штурмовку ничего не делает. Так, что у нас тут? Вот толченько. Так, HDR или HDR, как там правильно? Ну, я называю в честь качества HDR, это вот это 1440. Некоторые HDR, HDR, я HDR. Мол, типа убиваешь в HDR качестве. Опа. А, вон. Ну там Full это HD. Что там за... Ну Full HD это 1440 это уже у нас HDR. А 2162K. Че, уходим отсюда? Давай. Так, на улучшалку либо на зеленку пойдем. Не, не, на зеленую, а потом сразу на улучшалку, которая правее. Езжай, ты за рулем. О, его уже за рулем. Да. Здесь сама наводяшка. И едут. Пошел. А, один уже спрыгнул. Минус. Один спрыгнул. Пока другой катался, один уже спрыгнул, оказывается. В спине. Да, там. Его забрали у меня, суки. Ладно. Там кто-то есть еще, да, снайпер. Там кто-то есть. А я даже не улучшился из-за них. Сесть. Блин. Оп, это хуёво. Блин. А так все хорошо было. Блин, откуда они взялись? Там один бежит, один снизу, вот так на сноуборде. Ладно. Вот я вот сколько играю один. Часто я играю один. И вот этот вот звук. Гремущая змеи хвостом, когда она гремит по гремушкой, то есть ты уже попал в поле зрения противника. Так оно всегда происходит. А ты пока бегаешь один,
тишина. Вот только попал в поле зрения противника, звук игрушки гремучей змеи. Просто если будешь так вот один когда-нибудь, ну, может быть, для примера, для интереса зайдешь, посмотришь. Услышишь этот звук? Ну да. Что? Не сомневайся, с нами осмотрит этот, как его, противник через снайперку. Или будет гремучий змей? Нет, это далеко. Вот когда... Понятно, что если он метров за 150 тебя будет видеть, ты не услышишь этого, не будет. В плане разумного, конечно. Что если где-то в пределах, там, наверное, метров 30, наверное, я так предполагаю, он срабатывает этот звук. Там же херачится. Бот. Сейчас опять гремучка была. Это надо. Хотя может у меня звуки просто потише, поэтому я ее не слышу. Нет, я вот слышал ее сейчас опять. И потом ботинок у тебя появился. Там кто такой? Спасибо. Он бежит. Теперь ждем тачку. Нам нужно поехать. Уже. У тебя этот самая наводяшка? Нет. Не другая. Ну я просто знаю, что всегда приезжает сюда тачка. В момент, когда берем улучшалку, она должна уже прям приехать. Где красные вещи? Пока нету. Улучшалку кто взял, только мы. Все, больше никто не брал. Ну, давай ты за. Я хоть отстреливаться буду, если кто-то будет в хвосте. Куда поедем? О, сзади, Янка. Недалеко ехал. Ох, я бы что-то попал в них. Да вы, батенька, снайпер. Не, ну в сетевой это можно в голову попасть, а тут хотя бы в ноги попал. Просто так вот катаешься и как бы в бок можешь выстрелить с грузовика и сразу попадание.
О, лучше машину войны возьму. Так, чинимся. Чинимся. Смотрим. Громила хорош, но машину войны лучше. Да ну на. Как это я на курсе дерева? Но. Я тоже был ошалел. Угу. Перед нами тачка. Мотосикл. Угу. Еще одна. Там еще одна тачка. Давай, не будем их тревожить, не а пойдем заберем свое он оружие. Не поедет. Ну, по крайней мере, по нам стреляет, и это мотоцикл. Это мотоцикл, не стреляет. А, патроны. Блин, у меня патроны кончились. На машину войны? Я мило лучше. А, все, даже не пугает этот факт. Сколько там процентов? Мало. Опа, все. Хорош! Неожиданно. Хорош! Нежданчик у них вообще. Хорош. Блин, нужно громилу искать. Нужно искать то, что взрывать может. А я узнаю, я его там оставил. Блин, тачки. Они охуели вообще. Блин, 20%. Лучше туда пойти. Давай, пойдем в другую сторону. Четко ты их, конечно, встретил вообще хаешкой. Не-не, я скилл уже стунил. Я гранатами. Да? Ну, у меня на этом машины войны я стрелял. Нанес им прилично. Потом гранатами начал сносить. Ну и кинул уже в конце. Так, там и розовый, зеленый. У тебя момент, это что, записался? Ракеты есть. А бедра голдовые надо тебе? Нет. Нет. Да ебать, повернись ты шаг. Так. Тебе же надо это, громилу, да, искать? Не, почему? У меня самого лежит. А, то есть ничего не надо искать больше? Да. Вот опять сейчас гремучка была. Значит, где-то есть люди, да. Видишь, как подвисает, пиздец, как подвисает.
Да нихуя. Это вообще жестко подвисало. Не, ну я никого не вижу. Я бы его взломал. Да? Хорошо. Самолет вот здесь. Так он естественно там стоит с вертолетом. Вот где я отметил. Он взлетит, как думаешь? А, ну, блядь, да ты что, сука, виснешь там, мразь? Вертолет взлетел, вот самолет. Смотри, что сука делает. Блядь, ты можешь нормально, мразь, играть? Что у нас тут? Вертолет здесь. Там, где мы были. Самолет. Вертушка двигается, вертушка, да, двигается. Двигается. И летит в сторону усадьбы. В сторону усадьбы вертушка летит. Первый раз повезло. А второй раз чё? Да, чё, промазал опять? А, в дерево, наверное, сбил. Мне. Они туда вон. На гору. Там вот высадились, мразь, ставь не, метку, лучше, сука. Не, лучше туда не идти. Не-не, да я метку не могу ебучо поставить. А там и не поставишь. Я уже понял, где. На карте же видно. Так. Надо, короче, в зоне быть. Они на оружейке, да. На другую сторону. Либо вертушку брать и к ним лететь. Не-не-не. Чтобы с вертушки, если они будут свою вертушку брать еще. Ну где-то они бегают. Не вариант. Лучше в усадьбе побыть, залутаться. Тем более, пока я в крысу бегаю. Поиграть. Почему? Нет. Я говорю залутаться. Где-то тут бот бегает. Один. Мы от дальности нет, оказывается, на мне. Может здесь валяется? Давайте голдовую скину. На-на-на, колдовую дальнюю. Это если лишняя была бы. Чё? Да, блядь, мне она нахуй не нужна. На снайперку. У меня нету снайпы. Нет? Мне казалось, что снайпер. А, жаль, 12 я принял за это. А, вон они. О, он идет сюда. Сноубордист. Да. Сейчас это прям. Ага, может не та дверь откроется. Не уж. А второй типа. Как минус один? На крыше, на крыше, на втором этаже. А, уже на втором этаже. Где мы стояли, он на втором этаже. Артем, ну чего увидел? Чего увидел, то сказал. Лучше так. Шаги. Не-не-не-не. Хаешка. Сейчас, сейчас, он на крыше. Да, да, он на крыше. Да, надо его взломать. У меня. Тебя уже? А. Домой, сука. Домой. Зак 12 тебе пизделей даст. О, дальность еще одна. Не вывезешь. Здесь 117 и ДЛ-ка у него еще какая-то. А еще один где? А, вот. А, у него страйкер, ну. На удлиненный ствол, на желтый. Голдовый удлиненный ствол? Это мне надо. А он тебя еще и не вынес со страйкера. Странно.
Не, жак 12, он заебись. Паш, ничего не сказать. Плохо не сказать. Он слабый. У жак 12? Да. Урон слабый. Да, ну. Ты по 70 херачишь. Не по 150. Слабоват. Так, это люди. Но я их не вижу. А это есть. Надо ждать. Ты их видишь? Нет. Не, не, не. А, они есть. Да, это плохо, что они есть. Я их не вижу. Это вон там, по-моему, бегал. Кто-то видел. Такое это черное. Бот, наверное. Ну. Да, это бот. А, да. А, ну все уже. Ну, я бот остался. Ну, с тобой всех победю? Ну, бот остался, нет. Нет, ты остался. А, я его даже взломал, он еще ближе. Вон он бежит. Вот именно на таком расстоянии я и достал СМ-13. Тебя... Может быть, у тебя дальность была голдовая? Нет, нет. Она у меня только взятая была, я помню. С розовой.